Я расскажу вам о Геракле. Наполовину смертном, наполовину боге. Геракл, мы все слышали о тебе. Ты сын Зевса. Я думал, будет сложнее. Твое имя звучит как вызов. Я лишь хочу быть мужем и отцом. Добро пожаловать домой. Боги обрушили на землю ужасы преисподней. Это приспешники Аида. Их не убить простому смертному. Помоги нам, и мы дадим столько золота, сколько ты веришь. Ешь больше. Куда мы едем? Подобная работа не для хрупкой девушки. Ты это видел? Говорят, что ты можешь видеть будущее. Видел ли ты свою смерть? Мое время еще не пришло. Насчет тебя не уверен. Здорово утешил. Мы влипли по уши. Твоя легенда закончится здесь. Я весь дрожу. Вы что застыли? Убейте кого-нибудь! Спаси этих людей. Спаси свою семью. И верни мир в эти земли. Мы будем сражаться за тебя. И мы умрем ради тебя. Это всего лишь легенда? Или за легендой скрывается правда? Только не делай глупости. Куда ты идешь? Сделать что-то очень глупое. Мое время. Вообще-то оно летело в меня. Прости.